будем проверять каждого чиновника, каждого министра, депутата, согласно поданному декларацию. Так? Я не хотел сказать, но придется все равно раскрывать одну вещь. Мы сейчас одного депутата Жогорку Кеңеши поймали. Я ее имя не буду озвучивать сейчас. Он сейчас платит государству крупную сумму денег за то, что он совершал 8 лет назад одно большое преступление. Понимаете? Так. Мы ему поставили условие, что он крупную сумму сейчас как бы возмещает государству. И он будет возмещать. Он уже половину уже заплатил. Так. Таким образом, я еще раз говорю, ни один чиновник, ни один министр выше своего декларации не должен жить. Судьи Верховных судов в хоромах не будут жить. Министры также не будут жить в хоромах. Так? Что у них написано в этой декларации? Трехкомнатная квартира в панельном доме, там и будут жить. Когда общество в таком состоянии, когда у народа такие как бы неблагополучные моменты в материальном отношении, мы не можем жить богато, ребята. Поэтому руководство, руководители госучреждений, министерств, ведомств, судей, прокуроров должны показать пример.